7:22 утра сегодня в продвижении Новой Трехгорки, адрес Чистякова, 80, город Одинцово, на меня упало дерево. Сухостой, огромная сосна или, я не знаю, ну, дерево. Дерево упало фактически на соседнюю машину, которая была припаркована, и эта машина спасла мне жизнь, потому что дерево на мне сломалось, на моей машине, и прямо на лобовом стекле. Такой звонок поступил сегодня в редакцию телеканала ОТВ. На проезжавший автомобиль упало дерево и повредило сразу два транспортных средства. В одном из них находилась женщина. У меня вмятина на капоте, у меня трещина на лобовом, и у меня, собственно, вот здесь вот большая вмятина. Спасибо вот этой машине и хозяевам этой машины, потому что если бы не она, меня бы просто прибило. Дерево висит вот просто элементарно на вот этом зеркале. Машина очень сильно повреждена вот эта. Также сухостой оборвал провода электроснабжения. Наша редакция следит за развитием событий. Если у вас есть интересные новости, звоните или пишите в нашу редакцию. Мы обязательно отреагируем. Рыков Илья, телеканал ОТВ.